С чем обычно ассоциируется весна? С первыми цветами, щебетанием птиц, прогулками на свежем воздухе и клещами, которые являются переносчиками различных опасных заболеваний. Они на территории Белгородской области активизировались в начале апреля. И чтобы уберечь жителей и животных от укусов, территории парков обрабатывают специальным составом. Препарат разбавляют водой до нужной концентрации. Затем раствор с акарицидами распыляют по площади участка при помощи опрыскивателей, чтобы мельчайшие капли покрыли траву, листья и землю. Опрыскиватель мощный, дует до 10 метров. Это очень мелкодисперсный раствор и очень хорошо он распыляет на траву. Препарат, который мы используем, акаритокс, рекомендовано обрабатывать в ранние утренние часы. Вот сегодня мы начали, учитывая погодные условия, в половине шестого парк Ленин. И вот сейчас приехали сюда в начале восьмого и практически закончили парк Победу. В течение нескольких часов гулять на обработанной территории не рекомендуется. Мелкие частицы препарата еще находятся в воздухе и могут быть опасны для людей и животных. Поэтому перед началом работы дезинфекторы надевают специальные средства защиты дыхательных путей и кожи. Мы все хорошо защищены. Вот в Каспере респиратор, головные уборы. И бывает, очки одеваем, когда ветреная погода, чтобы глаза не попадало. Местные клещи опасны главным образом болезнью Лайма, которая может привести к поражению клеток кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Учитывая погодные условия, многие сейчас будут выезжать на дачные участки, будут ходить отдыхать в парках, скверах. Поэтому эта работа началась в городе Белгород с мест массового отдыха в парках. В перспективе ближе к купальному сезону все пляжи на будущей неделе начнем обрабатывать зеленые зоны. Клещи на обработанном участке погибают через сутки. При необходимости химическую процедуру будут повторять. Дарья Гавронская, Денис Бабков, Белгород Медиа.